Встреча ставропольских авиаторов на 8 мая 2015 года. Начнем, значит, с этого. Арам больной сердце. Звонил мне, он сейчас больной. Слава ставропольским авиаторам! Лазим, нет. Отлично! Такого кадра больше не будет. Very good! Аль момент! Аль момент! Саш, полежи! Саш, полежи! Надо бы на женщину рядом положить. А я? Так положить надо. Да не надо! Валера, ну в чем дело? Все снимаем. Валера, Игорь! Иду. Дорогие друзья, я хочу поднять такой небольшой тост, конечно, ну, тост может быть даже значимый. До этого мы с вами говорили, конечно, за предыдущие поколения. Ну, за детей войны и все. Я хочу выпить, поднять бокал, что каждый из нас прожил непростую жизнь, прожил хорошую жизнь. И мы оставили после себя, может быть, память наших друзей и руки, но мы оставили и наших детей, и многие оставили наших внуков. Поэтому я бы хотел поднять просто за детей, за внуков, за преемство с поколений, за тот след, который оставил каждый из нас. Давайте за нас, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы нарожали.